много льда растаяло. И вот такие льдины еще есть в Амурском заливе. Вид с берега. Чайка. На льдине отдыхает. Так, поближе. Пройдемся по пляжу. Желающих загорать нет, поэтому никому не помешаю. Чайки вместо музыкального сопровождения. Еще две на льдине отдыхают. Так, вода не очень чистая. Посмотрим поближе. Горячая кукуруза, 150 рублей. Колесо обозрения работает в парке.